Дружба без границ, территориальных и духовных. Глава города принял с дипломатическим визитом представителя посольства Германии Георга Лёйбе. В дружеской атмосфере поговорили о том, как укрепить отношения между двумя странами. Такие встречи проходят регулярно. Партнерство между Ивановым и Ганновером насчитывает уже третий десяток лет. С прошлой недели в регионе проходят дни российско-немецкой дружбы. Вот сейчас у нас проходит фестиваль «Великие люди в истории России и Германии». И уже год назад все учебные заведения, школы, вузы получили задание, и они к ним готовились. И вот сейчас вот уже четко разработанная программа. И господин Лёйбе приехал как представитель посольства для того, чтобы участвовать в этом, непосредственно встретиться с молодежью, со студентами. Владимир Шарыпов отметил, что необходимо налаживать не только отношения в сфере культуры и искусств, но и в экономике, и в бизнесе. Предложил рассмотреть возможность немецким компаниям размещать свои производственные мощности в областном центре. Was die Botschaft normalerweise machen kann, ist vermitteln. Also wir haben selber sehr viele Kontakte zu. Что касается содействия со стороны немецкого посольства в Москве экономическим контактам Ивановского региона, то они могут поспособствовать установлению контакта с различными инвестиционными фондами Германии, различными фирмами. Но для этого очень важно, чтобы правительство Ивановской области обратилось с конкретными какими-то вопросами в посольство, в каких инвестициях заинтересован регион. И тогда они будут содействовать установлению контактов между немецкими фирмами, фондами и Ивановским регионом. У посла Германии плотная программа. После встречи с главой города он отправится в Ивановский филиал Российского экономического университета, а затем в Интердом имени Стасовой. Всю пятницу Георг Лёйбе проведет в Кинешме. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.